Привет, меня зовут Алина. Сегодня пятница, это значит, что прекрасный день вдвойне, когда ты улетаешь в какую-то новую точку земной планеты. Сегодня из Нью-Йорка мы летим в штат Вашингтон, где живут наши друзья, которых мы не видели уже давным-давно. Очень хотим их повидать, а заодно исследовать этот штат, поговаривать. Там очень красиво, там есть океан, есть горы, озера. В общем, все только о чем можно мечтать. Поэтому будем исследовать вместе. Как тебе здесь? Мы приехали в Тихий океан, и это первый раз. Мы первый раз смотрели, как здесь классно. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Это уже по счету где-то третий пляж, куда мы приехали, и кажется, что вроде одно и то же океан, но в каждом новом месте здесь какие-то новые камни, новые... Почему мне никто не сказал? Блин, на меня напал океан. Вот. Так вот, я хотела сказать, что очень красиво в каждом месте, все как-то по-своему уникально. Сейчас попробуем найти морских звезд. Доброе утро. Мы сегодня проснулись в таком интересном месте. Заехали сюда темно-темно ночью, и это было как в страшном фильме. Это, наверное, самая интересная и неожиданная ночевка за 104 доллара. Я вам еще покажу ром-тур. Но сейчас покажу, вот как здесь с утра красиво туман. И все уже кажется не так страшно. Ну и, собственно, наш домик.
у нас утром гости пожаловали. Из леса идут. Ой, похоже, они нас заметили. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Me and you, girl. Holding your hand. Сейчас будет быстрый рум-тур дома за 104 доллара, в котором мы сегодня ночевали. Видеомагнитофон с кассетами. Мы вчера пытались посмотреть, но не хватило нашей сообразительности, как его включить. То, чтобы мы не видели, что мы снимали на Airbnb, но это было очень неожиданно. Особенно приехать сюда ночью. Такой стульчик у меня был у бабушки, чтобы забираться в кладовку. Я вам сегодня покажу. В целом, ну, туалет, ну, ванна. Вот это я, приветик. И тут вот такой бонус. Уединиться не получится. Покажи еще раз, как это снаружи. Да, с таким светом здесь вообще красиво. Доброе утро. У нас, правда, не утро, а уже день. Сегодня третий день нашей поездки по штату Вашингтон. И сейчас мы в Сиэтле. Сегодня проведем здесь целый день. То я могу вам рассказать про Сиэтл. Ну, здесь находится самый главный центральный офис Amazon. Здесь была основана компания Boeing. Тут тоже находится их центральный офис. И еще тут очень много-много лет назад здесь был открыт первый Starbucks. Ну, собственно, вот он и есть. И мы туда сейчас идем. Нет, давай еще раз.
западную часть штата Вашингтон. Вчера целый день провели в Сиэтле, а сегодня мы едем. Мы едем на север, вот, поэтому на мне все больше слоев одежды. Сегодня первая остановка у нас будет в Баварском городке. Там проходит Октоберфест. Ну, а что будет дальше, вы увидите. Вообще, мы поехали в штат Вашингтон, потому что один член моей семьи очень любит сериал «Twin Peaks». И в этом месте, куда мы сейчас приехали, снимался этот сериал, вообще про этот город. Ну и здесь очень-очень-очень красивый водопад. Собственно, мы ехали сюда ради этого водопада. Доброе морозное утро. У нас 4 градуса, мы идем на завтрак. Очень понравилось. Здесь рядом находится горнолыжный курорт. То есть здесь можно приехать, поселиться и еще и покататься на лыжах. Очень холодает, и я, кстати, была не совсем не готова. Но сейчас хожу во всем, что у меня есть. Кстати, мы путешествуем на вот этой машине. Это машина наших друзей. И сейчас мы едем в сторону Diablo Lake. Это находится на севере штата Вашингтон. Ну, скорее всего, мы попадем туда завтра, а сегодня, я не знаю, у нас просто день приключений.